Существует мнение, что специальность технология сварочного производства не для слабого пола. Однако это мнение ошибочное. И сегодня многие женщины справляются прекрасно с профессией сварщица. Сварщик – это профессия ответственная, почти виртуозная. От качества выполненной работы зависит долговечность и устойчивость строительных конструкций и срок службы различной техники. В нашем случае – автомобильный. Знакомьтесь, Анисимова Татьяна Николаевна. Уже 7 лет она работает сварщицей на машинах контактной сварки. Я пошла и устроилась на сварку. Когда пришла, мне понравилась эта работа. Изначально, когда я пришла, приходишь на новое место, мне кажется, везде первое время везде тяжело. Но что мне здесь понравилось, это коллектив. Вот. Коллектив, то есть, дал мне какую-то вот силу, то есть вот здесь остаться. То, что мне здесь понравилось, в первую очередь, коллектив, и работа тоже понравилась. По специальности наша героиня – повар-кондитер. Она проработала на кондитерской фабрике 10 лет, но по воле судьбы женщине пришлось искать новую работу. Татьяна хотела устроиться на завод штамповщицей, но ей предложили попробовать себя в роли сварщицы. Таня пришла в эту профессию случайно, но осталась и не жалеет об этом. Что мне нравится? Наверное, все, если я здесь работаю. Когда я сюда пришла, устроилась, первые дни начала здесь работать, я сразу подумала, что я здесь останусь надолго. Бывает такое, что приходишь и как будто вот тебя здесь все располагает под себя. Рабочая смена женщины начинается в 7 утра и длится до 15:30. Плюс 2 технологических перерыва по 10 минут и полчаса на обед. За отведенное время бригаде, состоящей из 12 человек, в которой трудится Татьяна, нужно успеть сделать план. Где я работаю, у нас 5, то есть как бы бригада у нас своя, у нас 5 человек женщин. Мы варим узлы, детали на узлы моторного отсека мы варим. У нас есть план, который мы должны выполнить. Это мы делаем 120 узлов у нас план. То есть все наши детали мы должны сделать по 120. По 120 штук. У нас всякие разные бывают ситуации. Когда тяжело, когда. Уже привычка многое, как говорится, дает о себе знать. Когда уже привыкаешь, уже знаешь, что зачем. Профессия сварщика похожа на работу сапера. Здесь ошибок быть не может. Кругом горячий металл и искры. Поэтому большое значение имеет соблюдение техники безопасности и производственной санитарии. Для защиты от тепловых и световых излучений рабочие используют спецодежду, очки, в ряде случаев маску. У нас командная работа. У нас тот же самый конвейер. То есть мы варим детали. У нас не должно быть одной детали больше, другой детали меньше. Мы должны делать все детали сразу. То есть получается у нас у всех свои операции. Одна делает эту деталь, другая деталь, то есть чтобы они сразу на один кузов, чтобы все это было. В этой работе, как и в любой другой, нужно постоянно повышать квалификацию и узнавать что-то новое. Наша героиня в этом плане идет в ногу со временем, у нее уже 5-й разряд. Поэтому за свой примерный каждодневный труд женщина занесена на доску почета предприятия. Учусь я все это время, все свои 7 лет, это постоянная у нас учеба. Тем более у нас грейдовая система оплаты, мы каждый год осваиваем что-то новое, то есть чтобы повысить свою категорию, чтобы повысить себе зарплату. И каждый год мы осваиваем что-то новое. Хорошо о женщинах в этой профессии отзывается и руководитель. Я хочу маленечко остановиться на тех профессиях, где задействованы наши дорогие женщины. В частности, они у нас работают сварщиками контактной сварки. Наравне с мужчинами они выполняют все возложенные на них функции, которые требуются согласно техпроцессу. Нисколечки не дают им фору. То, что надо, необходимо. Они в срок, вовремя и качественно все это дело делают. Воодушевившись примерами сильных женщин, решаю сама попробовать себя в столь опасной профессии. Первым делом идем с Татьяной Николаевной в раздевалку, чтобы надеть профессиональную форму. Подают мне все новое и параллельно объясняют, что к чему. Дальше мы следуем на участок сварочных работ, где для меня проводят экскурсию. Смотрим, где какие детали лежат, как работает оборудование, как крепятся формы и так далее. Здесь на участке сварки достаточно травмоопасное производство, поэтому мне разрешили быть только учеником мастера.
У меня, к сожалению, нет специальных корочек и разряда, поэтому по технике безопасности ни профессионалы не могут допустить до сварочных работ. Расстраиваюсь, но утешаюсь тем, что мне все-таки доверяют работу подмастерья. Я разбираю детали из железного ящика и подаю их мастеру для дальнейшей сварки. Здесь работать нужно быстро, чтобы успеть за сварщицей, а самое главное – осторожно, чтобы не подпалить волосы и не прожечь одежду. Спустя некоторое время я понимаю, что работа сварщика очень однообразная и сверхтравмоопасная. В первую очередь соблюдать правила техники безопасности, спецодежду, чтобы постоянно была спецодежда, была, соблюдать какие-то меры безопасности, то есть на своем рабочем месте. Опасно, чем ожоги. У нас было очень много, бывают ожоги. Руки мы можем обжечь, что-то упасть может на ногу. Всякое бывает. Сегодня Татьяна не жалеет, что когда-то резко поменяла профессию. Уж очень нравится ей своя нынешняя профессия. А мне, признаюсь, с непривычки было тяжеловато и даже страшновато. Таня меня приободрила, ведь сначала так у всех, а потом втягиваешься, хотя ее знакомые до сих пор удивляются выбору ее профессии. До сих пор у всех, как вы слышите, сварщица, это значит, представляет вот эту сварку, где все маски, то есть приходится всем объяснять, что такое контактная сварка. Естественно, все сразу представляют другую сварку, где мужчина работает. У нас такие операции, которые как бы подвластны женщину, то есть мы, то, что женщина может подняться, приварить. Говоря о своих мечтах, женщина смущается. Хочет, чтобы ее взрослый сын был всегда здоров и просто женского человеческого счастья. Чего она пожелала и другим прекрасным дамам накануне Международного женского дня. Женщинам я, конечно, всем хотела бы пожелать в первую очередь здоровья. Потому что здоровье – это, можно сказать, самое главное у нас. И хотелось бы пожелать, чтобы каждая женщина была любима. Чтобы у нее были любимые люди, которые бы окружали их, эти любимые люди. Ну, чтобы, конечно, удача как-то шла по жизни. Считается, что женщины чересчур эмоционально и физически слабы. Однако в наше время это им не мешает работать там, где требуется сила, уравновешенность и талант. Проведя один день со сварщицей, мы убедились, что женщины могут варить не только супы, но и металл. И делают это очень качественно и профессионально.